Друзья, добрейшего дня, мы с вами продолжаем проходить проект «Принцессы вне закона», спин-оффчик от него про универ, и наши принцессы сейчас живут в универе, как вы помните, и обучаются. И, собственно, я придумала для них такую небольшую систему, касаемо вот этой рулетки и баллов, то есть мы можем в день за рулетку заработать от 1 до 3 баллов, а каким, собственно, образом, выполняя задания, которые нам выпадают. Ну, мы можем добровольно взять от 1 до 3 заданий, сделать то, что нам нравится, что-то там не делать. Но суть в том, что каждый балл будет засчитываться либо той девочке, которая его выполнит, это задание. Уилл Смита, смотрите, Уилла Смита клеила, Жасмин. Вот, либо будем отдавать его тому, кому не хватает, потому что за отстранение от учебы мы будем минусовать баллы, чтобы было немножечко так как-то интереснее. Не знаю, что из этого получится. Посмотрим, не понравится, не будем так делать. Давайте посмотрим нашу рулетку. Вместе с компанией сбежать из кампуса на сутки. Ну, это такое, да, не хочется, в принципе, сбегать из кампуса на сутки. Мы только приехали, нет такой потребности. А изменить партнера. Партнеру, наверное, не изменить, а изменить партнеру. Это я опечаталась. А, ну, это понятно, это легко. Это Жасмин у нас может выполнить. Или Эльза, они у нас обе с партнерами. Вот, и что там еще третье мы можем сегодня делать? Давайте посмотрим. Устроить кекс на троих. О! Почему у меня такие опечатки? Я же нормально писала, не задницей, а руками, как будто бы. Ну да ладно, пофигу. Из всех заданий, то есть, которые нам выпали, в принципе, мы можем, значит, устроить вот такой вот интересный секис на троих, да, изменить партнеру, что, кстати, можно одно с другим совместить и выполнить сразу два задания. Ну, а сбегать из кампуса на целый день. А вопрос такой хороший. Если, опять же, мы можем это все вместе совместить, то есть, сбежав, изменить партнеру, да, и устроить секс на троих, да? Может быть, Жасмин выполнит это задание у нас и сразу заработает 3 балла. Но прежде давайте посмотрим, что у нас по учебе. По учебе у нас через 2 дня занятия начинаются у Беллы. У Эльзы через 2 дня тоже начинаются занятия. Короче, капец, у них занятий никаких нету, да? И через 22 часа, через 2 дня, через 2 дня у Жасмин. То есть, по сути, ну, этих красоток мы можем засадить за выполнение домашней работы пока, да? Пусть они поучатся немножко, они, наверное, выспались у нас за ночь. Пусть что-нибудь поделают. А Жасмин у нас, собственно, займется выполнением ответственной миссии. И с кем же она может у нас теоретически изменить партнеру? А, у нас же Уилл Смит теперь знакомый, конечно. Что тут думать, так бабки не ходи. Слушайте, ну давайте посмотрим. Он у нас еще не ушел с кампуса? Может быть, мы с ним сбежим на весь день? Короче, Жасмин вышла в коридор, значит, до горшка дойти с утримана. Увидела, значит, там Уилла Смита. Очаровалась. Просто пипец как. И все теперь. Все думать ни о чем другом не может. Дорогая моя, да, ты прям так вот и ждешь, что ищет она его. Начинает на молодой человек, а вы уже ушли, а вы не могли бы вернуться? Вернуться. У меня, говорит, есть офигенный план на сегодняшний день. Ну, давай попробуем. А что, у него глаза тоже накрашены? Вот что вот игра делает с Симами? Я не понимаю просто, зачем она всем моим Симам накрасила в кассе глаза. Жасмин, нет, ты не уходишь никуда. Ты уходишь вместе с этим мужчиной сегодня. Давай комплимент ему сделай, польсти, похвали, наряд его. Давай, дорогая. Нам нужно справиться с нашей задачей, короче. Я даже не знаю, кто будет третьим пока, но... Сначала надо изменить хотя бы партнер-то, да? Может, кто-то там попросит присоединиться сам и... Убьем двух зайцев одновременно. Да, вот так вот. Потому что нечего было, знаете, камеру бросать свою девчонку, да, и начинать отношения с Жасмин. Потому что, смотрите, с тобой так интересно. Мне очень нравится проводить с тобой время. Надеюсь, тебе со мной тоже. Потому что, посмотрите, Уилл уже попал под обаяние. Он уже, вон, растащился весь. Давайте посмотрим... какие желания. Купить предмет какой-то хочет Жасмин быть с Эльзой дружелюбной. И поесть. Да, мы хотим поесть. Может быть, мы его пригласим в какой-нибудь ресторан.
Давайте пригласим его куда-нибудь. Вместе с ним куда-нибудь сходим. Так а куда мы сходим? Может, с кампуса сбегать не собираемся? Пока можно сходить в здание студенческого союза. Там, кстати, покушать можно. С кампуса, главное, сбегать не будем, да? Но все остальное обязательно попробуем сделать. Так, Жасмин, давай дальше. Значит, мужчина и красивый, получается, понравился, да? Она его так это... А, пойдем, может быть, прогуляемся, пообщаемся, да? Так это ненавязчиво. А, сходим вместе на кампус. Ты, говорит, здесь недавно, ты здесь вообще учишься, не учишься, чем ты здесь вообще занимаешься? Говорит, а я, говорит, приехал к подруге. Она говорит, ну, знаешь, говорит, я тоже не свободна, у меня тоже есть, говорит, молодой человек, ну, ты такой классный, давай хоть пообщаемся, повзаимодействуем. Пойдем, говорит, перекусим вместе, расскажешь мне, чем ты занимаешься, говорит, подруга твоя все равно, он говорит, нет пока. Она говорит, на парах. В общем, посмотрим. Да сейчас придут, тебя накормят уже, не надо кричать. Аж втопила, посмотрите, побежала, как уже жрать-то хочется, прям несется. А кто там? А, у нас же Владислаус работает на кампусе, ну да. А очень хочет, на самом деле, Жасмин переодеть. Вот этот вот ее единственный, знаете, зимний прикид, который у нее есть, он прям-таки мне уже приелся и надоел совсем-совсем. А целью, конечно, всего вот этого действа для нас с вами будет закончить-таки университет. Я думаю, что если у нас будет кто-то из девчонок отчислен, мы будем их штрафовать на баллы. Вот, а если вылетит из университета совсем, будем штрафовать еще интенсивнее. Так, куда ты пошла? Кушать иди. Куда ты пошла? Зачем? Кому? Жасмин, не доводи меня, пожалуйста, до ручки. Если ты будешь бегать туда-сюда по этажам, ты никого не соблазнишь. Ни в этой жизни, ни в следующей. Да. Дайте мне, пожалуйста, садовый салат. Слушайте, какая-то баба к нам подсела в дурацких страшных очках и все портит. Слушай, как там тебя? Мы с этим мужчиной собрались флиртовать. Как бы какого хрена ты внимание привлекаешь к себе? Тебе вообще нет ничего примечательного, кроме этих страшных очков. Блин, ну что такое? Давайте еще... Нет, это нехороший комплимент. Давайте что-нибудь как-нибудь его отвлечем. Спросим о карьере. Не уходи, Уилл, пожалуйста. Тетка страшная, это напугала нам. Мужика спугнула нам. Спугнула мужика нам. Уйди отсюда, уйди отсюда. Да это невежливо так подсаживаться. Слушайте, она, наверное, преподаватель какой-то. Она говорит, а вы новенькая здесь студентка. Я вас, говорит, что-то раньше не видела. Что такое? Что такое происходит? Я не понимаю. Ох, какое домашнее? Нет, твое домашнее задание на сегодня, Жасмин, это совсем не предмет, который тебе задали. Твое домашнее задание. Расскажи о своих доходах. Давайте спросим. Расскажи о своих доходах. А ты, говорит, много вообще зарабатываешь, а? Говорит, чего? Как тебе в голову пришло об этом спрашивать, он нам говорит. Да что такого-то в этом спросили тебя об этом, господи? Прям капец. Что тебя спросили-то такого? Претензии сразу выкатил. Может быть, мастерством видеоигр его удивить? Он вообще геймер? Нет, вообще понятия не имею. Давайте попробуем, а вдруг он геймер? Надо рискнуть. О, его это восторг привело? Серьезно? Дерзко позаигрываем тогда еще. Жасмин, ты на половине пути к победе, давай, дорогая. Смотри, недотрога. О, он недотрога. Как мы будем с ним роман завязывать? Ну, смотрите, романтика кританула. Это же отлично. Не такой уж ты недотрога, Уилл Смит. Вообще-то, на секундочку. А здесь есть, интересно, на кампусе какое-нибудь укромное местечко? Енот идет, смотрите, енот идет опять. Где можно, так сказать, предаться любовным утехам. Да все, 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 ты ему понравилась. Теперь тему это надо раскручивать, Жасмин. Ты же не маленькая девочка. Ты же все понимаешь, воздушный поцелуй, мы пошли.
Принять душ. Какой? В смысле? В смысле принять душ? Нет! Нет, не разочаровывай меня. В смысле душ принять? Куда делся мужик? Вот поговорили о компьютерных играх, да, и он пошел в компьютерную игру играть. Ну, недостаточно у них ни романтики, мне кажется, ни дружбы, а для того, чтобы можно было его подбить, так сказать, на секис спонтанный и изменить с ним партнеру. Ну, недостаточно. Во-первых, поцелуй, смотрите, достаточно. Жасмин, иди, 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 иди. Иди, иди. И, кстати, может быть, где-то здесь, может быть, в этом спортзале. Нет, слушайте, такой опции на беговой дорожке. Серьезно, есть? Я спонтанно просто ткнула. Мне в голову не пришло, что здесь есть эта опция вообще-то. Так, ну все, все, все. Мы уже почти наставили рога. Слушайте, я хочу беговую дорожку. Без обид, конечно. Мне просто интересно, друзья, посмотреть. Мне интересно посмотреть, как это будет происходить. Извините, хоть в цензуре, хоть как, но... А я очень хочу знать, как это будет. Поблизости нет симов, которых Жасмин знает и которые готовы заняться с ней сексом. Облом, ты не готов, что ли? Алло, сколько тебе надо, чтобы ты был готов? Нам нужно задание сделать. Я придумала, блин, геморрой себе на задницу. Давайте по фантазиях с ним поговорим. Жасмин, знаете, она такая, это просто как нимфоманка какая-то получилась, которая просто ничего другое ее не интересует. Сначала она склеила, да, кто смотрел, тот знает, своей сотрудницы, да, бойфренда. Теперь она просто у какой-то там девчонки в общаге, да, просто решила мужика увести, вот так вот просто невзначай, да. А получается, что вообще совершенно у нее нет никаких этих принципов. О, поцелуй! Как это поцелуй засос? Подождите! Почему на самом интересном месте мужик убегает, и опять он сел за компьютер? Нет, я там увидела интересное. Ну как ты сел за компьютер-то? Какого фига? Вставай! Я хочу посмотреть, как анимация выглядит. Я не видела еще. Где это? Где? Что, все пропало? Все пропало? А, вот здесь, наверное. Вот, смотрите. О, как это выглядит. Жасмин. Давай, 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 пойдем сделаем это. Мне интересно посмотреть. Да, в одежде пойдем. Слушайте, я поражаюсь просто, насколько с модными и красивым становится разнообразнее. Но я их сегодня обновляла, и, честно скажу, я думала, что этот ад не кончится никогда. А, наверное, часов 6 или 7 я этим занималась, короче, чтобы игра более-менее заработала. Это какой-то просто ужас и трэш. Ну что, покажите мне анимацию, я хочу увидеть ее. Ох! А почему ты тут про трусы какие? Он, посмотрите, думает. Ты уже все, уже можно предлагать ему еще раз на тренажере. Вуху, короче, да, я думаю, все получится. Сейчас мы сделаем красивый скриншот. Короче, я со всех сторон покрутила камеру. Девчонка им не мешает, которая здесь играет, да, нормально все. Ну что, теперь-то ты готов? 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 К беговой дорожке ты готов? Готов пробежать дистанцию вместе с Жасмин? Ну что, давайте проверим. Мне интересно. Опять нет? Пойдемте разминку вместе вот сделаем. Поближе переместимся, так сказать, ближе. Жасмин говорит, слушай, здесь... Ну, она же соблазняет, типа, так навязчиво. Слушай, здесь слишком людно. Не хочешь ли ты размяться? Он такой, о чем ты говоришь? Мы еще недостаточно знакомы. Я бы, конечно, не против, но не так быстро. И она говорит, в хорошем смысле. На беговой дорожке. Побегать, блин. Побегать! И он уходит, да, он не будет... Не будет бегать. Слушайте, а сколько надо с ним, интересно, шкалу вкачать, чтобы наша Жасмин ему уже могла с ним уже изменить своему этому бойфренду? Я же думаю, того ли я персонажа вообще выбрала? Может быть, надо было кого-то другого? Что мы можем тут еще? Головокружительный поцелуй, медленный танец, поцеловать, заключить в объятия, поцелуй засос опять. Ну, давайте головокружительный еще поцелуй сделаем, не знаю. Но это отчаянная последняя попытка уже. Соблазнить того мужчину, она оделась в облегающий костюм, уже такая, слушай, ого-го, да, мы это видели уже, эту красоту с головокружительным поцелуем. Да.
У Жасмин вообще все просто, да? Но новое место, новые отношения. Ну что, опять нет, да? Опять никого нет рядом с Жасмин, кто мог бы... Вот смотрите, а у него уж такая полоска отношений. Ну почему? Почему нет? Что не так? Заняться вуху. А вот вуху, посмотрите, можно заняться. Вот вуху-то можно заняться. Видите? Давайте хоть вуху займемся в душе, хоть изменим, хоть один очок заработаем. Нет? Не получится? Не получится? Ну, раз у нас не получается здесь, да, через Wicked Wims ничего сделать, может быть, мы можем хотя бы просто что-то сделать, нет? Ну, что такое? Как это? Вот я сейчас выбирала и не могу найти. Жасмин, нет, 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 нет. Вот давай еще раз, давай, 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 да, 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 да. Хоть одно задание давай выполним. Ну, предложи. Ну, предложи ему. Как раз в душе, как раз. Двух зайцев одним выстрелом. И помыться заодно. Давай закроем задание. Нет, он говорит, ребята. Жасмин узнает предпочтение персонажа по имени Уилл Вуху. К сожалению, меня не интересует Вуху. Женщина. Уилл какой-то не такой. Попу трогает рукой. Блин, капец. О боже мой. Ты испортил нам все. Мы задание дня из-за тебя провалили, Уилл, вообще. То есть симпатии он к ней проникся, да, видите, но нет. У, я в шоке просто. Я в шоке. Все, Жасмин, делай домашнее задание. Сделай, пусть он поможет тебе. Пусть он поможет тебе сделать домашнее задание по предмету обаяния в кубе, потому что, блин, раз ни на что другое он не годен, пусть поможет хотя бы в чем-нибудь. Ну что, давайте вызовем сюда Беллу. Поиграем пока за Беллу. Белла, дорогая, твой выход. Попробуем выполнить задание дня тобой. Ай, да, давайте попробуем. Она, правда, тоже идет делать какое-то дурацкое домашнее задание. Неужели за столик ты идешь его делать, а? Ну хорошо, хорошо, тогда вызовем сюда Эльзу. Действительно, кому? Нам изменять некому, было нет партнера. Давайте отправим сюда Эльзу. Эльза, надо одеться. Блин, какой кошмар. Черная вдова появилась в меню. Производство яда. Давайте произведем. Эльза начала производить яд. Отлично, одеться, нет? Одеться Эльза не хочет. Так, для начала, на секундочку. Ой, боже мой. Ой, вот это пусть наденет. Да, давай, давай, переоденься, переоденься. Да что ты ходишь туда-сюда, ты переоденься, просто не надо ходить. Так, ну что, давайте посмотрим, кто бы мог. Уилл, ты вообще к нам не подходи, ты меня разочаровал. О, посмотрите, у нас есть енот, у нас есть Дед Мороз, у нас есть Торнбейли. Торнбейли. Она же в него так влюблена. Ну, не столько в него, сколько в его славу и деньги, конечно. Давайте отправим ему кокетливое сообщение. И время тоже 20:47. Мы, по сути, потратили весь день и не смогли ничего добиться. А я думаю, вечер мы все равно должны провести со всеми девочками вместе. Короче, ни хрена мы не выполнили ни одного задания. 20:47. Это идет какой-то бабки. Мы, короче, не заработали ни одного балла. А задача у нас, я думала, знаете, будет легко набирать баллы. Типа, если я поставлю штраф за отстранение минус 20 баллов, то, типа, короче, вообще мы будем постоянно в плюсе. Но если мы вообще не будем набирать баллы из-за отстранения штраф минус 20, то с плюсовым балансом мы вообще универ не закончим. Просто не закончим. Ой, это кошмар. Это кошмар. И главное, слушайте, мне непонятно, значит, в уху, да, ну, целоваться, значит, он целовался, да, этот Уилл с нашей Жасмин, да. А
как дошло до дела, он просто тупо слился. Жасмин грустная, смотрите, учит уроки. Она вообще в шоке. Он ей помогает хоть? Морда гумозная. Нет, он ей даже не помогает. Короче, девочки усиленно учатся. Вот, Эльза наша пошла в душ. В общем, я в афиге. А, давайте подумаем, что мы могли бы такое устроить. И под конец дня, я думаю, что самое то было бы собрать наш клуб. Здесь у нас стоит опция «Дружелюбное общение». И чтобы девочки между собой пообщались. Я сейчас отменю им эти действия с уроками, там, со всей этой пургой. И пусть они между собой пообщаются. Значит, общение дружественное только внутри самого клуба. И обсудят день. Обсудят, собственно, как у кого прошел день. И будем на этом заканчивать. Короче, это, не знаю, блин, меня насмешила эта история про то, что Уиллу, конечно, нравятся мужчины. Пипец, не того я ждала от серванта. Где они соберутся общаться? Здесь? Только не говори, что спать ложишься, Жасмин! Нет! Какая ты грязная! Жасмин! О, ужас! Ужас! Девочки собрались, короче. Давайте Жасмин расскажет Белле и Эльзе о том, какая история драматическая ее сегодня постигла. Слушайте, буллинг, киднеппинг. Надо было побулить этого Уилла Смита, короче, вообще. Что-то я не подумала. При следующей встрече мы обязательно это сделаем. Надо как-то вообще отомстить ему. Это просто капец. О, боже. И выведать, кстати, его грязный секретик, чтобы потом шантажировать. Хотя мы и так его секретик уже узнали. Ладно, давайте расскажем историю. Нет, ну, конечно, не про зайца на корабле. Страшилка про зеркало. Давайте будем считать, что мы рассказываем не страшилку про зеркало, а рассказываем историю, страшилку о том, как наша Жасмин полдня пыталась соблазнить мужчину, потому что он ей приглянулся, а потом выяснилось, что... что ничего не выйдет. Жасмин, рассказывай свою историю. Короче, давай. Ты будешь рассказывать историю? В общем, будем считать, что Жасмин рассказывает. Представляешь, говорит... Я сегодня с утра, говорит, выхожу в коридор в общаге, а там стоит просто такой красавец, такой мужик, просто звезда. Да, такой классный, такая рожа. И я, говорит, его увидела и просто обалдела. Думаю, блин, мне нужно обязательно с ним замутить. Я говорю, пойдем, сходим на кампус, чувак, ты такой клевый, ты такой крутой. И он согласился, и он пошел. И я, говорит, полдня и так, и сяк с ним заигрывала, а потом выяснилось, говорит, выяснилось, что он любит мужчин. И все, говорит, представляешь, мужчин. В общем, вот, друзья, вот такая трагическая история у нас сегодня произошла. Нифига мы толком не поучились, задание дня мы тоже не выполнили. Давайте закончим собрание, дадим девочкам команду доделывать свои уроки, ну, сколько успеют, да, сколько они успеют, потому что день все-таки не резиновый, уже скоро им нужно будет ложиться спать. Пусть немножко позанимаются в библиотеке, и, собственно, будем мы на этом заканчивать. Увидимся с вами в следующих сериях. Давайте корректировать правила вместе, потому что я пока не поняла вот по баллам, да, насколько классно все можно высчитывать, и также предлагайте, напоминаю, свои варианты заданий для девчонок в комментариях. Или в личных сообщениях в группе ВКонтакте. Ссылочка на группу ВКонтакте находится внизу в описании под роликом. Все, друзья, пока-пока-пока.